Максим. Шушинь-левей. Шушинь-левей. Шушинь это я. Я шушинь. На японском шушинь это что-то. Шушинь. Атагай-левей. Камай-те. Дака. Макс, много соревнования? Ямы. Зубо, зубо. Зари. Камай-те. Зубо. Все, он уже в Азаре имеет. Сейчас еще раз ты попадешь по голове и все. Стой, стой, жди, ага. Бей его, ну, что стоишь? Давай, там, топ. Давай, 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 давай. Давай вперед, нападай. Сильно, сильно. Давай, там, там все. Адам, надо в голову попасть. Макс, надо в голову ногой. Когда ты выиграешь? Адам, не стераглайн, не стераглайн, не рос. Ты протекторе. Не стераглайн. Стоп. Макс, не стой, не смотри на него. Стоп. Продолжай, Максим. Тамши, Адам. Доллары. Ямы. Ямы. Кулачи. Эмили. У нас соревнования, куда дальше? Потом будешь показывать, что у тебя болит, когда выйдешь сами. Значит, проиграешь. Если судьи увидят, что у тебя что-то не в порядке, они дадут оценку. Например, здесь. Там Эльникут, Эльникут. Это уже Шейк. Там уже судьи будут решать. Здесь Лазари, здесь Эльникут. Он уже выиграл. Еще раз, да, должен быть чистый. Что значит чистый? Не через руку. Есть, можно через руку, но тогда очень сильно должен быть удар. Через руку, тум, чтобы у него так вот голова махнулась. В этом возрасте сразу вазать. А то могут и японцы. Или слегка касается, не касается ни плеча, ни рук, вот такой удар. Вот такой. Достаточно. Хоть мы по японским нормам, но все равно мы в европейскую организацию входим, и Европа нам запрещает вообще по голове бить ногой, но мы их игнорируем. Ну, вот такой удар, вот, достаточно, вот, ножкой, постой, я покажу, вот такой удар, вот, все, вот такой удар идет, значит идет сразу бросать, а когда? У них уже по-другому, у них уже удар должен быть, вот такой, чтобы голова махнулась, вот их возраст, а когда? Все, меняемся, поле голос.